Йоху, доброе утро! Сегодня доброе утро, как никогда. Мы победили на Евровидении, но суть даже не в том, что мы победили. Радость вот эту. Я вчера собралась вообще раненько лечь спать. Какой там фиг? Это Евровидение. Вика тут вся мурашилась, все, в общем, присадила меня на... Я думала, утром уже увижу, посмотрю, все. Нет, это было невозможно. Это было до мурашек, до... Финальное это выступление Украины, и вообще такая берет гордость такая, за то, что просто вот колоссальная, бешеная поддержка мира. Ну, это непередаваемые эмоции, это, я не знаю, как это, да, прямо просто... Вот такое бывает, да. Так много хочется сказать. Так прямо одним словом, мы в восторге. Мы в восторге, вся Украина, я думаю, в восторге. Все благодарны просто за эти эмоции, за эту поддержку, за... ну, это нереально просто было. Просто нереально. Поэтому сегодня утро доброе. Хоть я и не выспалась, но я какая-то, эмоционально. Вот за последние месяца войны, наверное, это первая такая эмоция, которая вообще поднимает просто настроение, энергию, и я готова сегодня свернуть горы. Сейчас монтирую видео, быстренько готовлю себе обед и на работу. Голову высушить еще нужно, конечно же. Вот, так что все успеваю, все нормально, поеду машиной, поэтому немножко могу подрасслабиться. Вот такое у нас начало дня сегодня, прекрасное, просто прекраснейшее. Супер! Забыла сказать, наступна перемога на полі боя. Ми дуже чекаємо цього дня. І щоб... Короче, це буде ще, звісно, круче. І це по-любому буде. По-любому. Ай, Сережка сьогодні закрив уже і з цієї сторони. А я смотрю, щось щелі, чи він то буде замазувати. Наверное, замазываю. И внизу как-то что-то такое отвалилось. Тоже, наверное, замазываю. А где папа? В общем, я дома уже. Хочу это. Вика там салатик кромсает. Смотрю, пюре сварили, да? Ой, умнички. Так, этот. Сегодня Всемирный день семьи. Оказывается, я, как всегда, узнаю от поздравлений. Узнаю от коллег, узнаю с комментариев. Поэтому, извиняюсь, все праздники не знаю, в голове не держатся. Вот, но я хочу всем поздравить, всех поздравить с этим днем. Прекрасным. Это прекраснейший праздник. Берегите свои семьи, берегите друг друга. Это очень важно, это самое главное. Это наше, так сказать, пристанище, наша жизнь, наша семья. Это, в принципе, мы, наши половиночки. Поэтому желаю всем здоровья, семейного благополучия, счастья и берегите друг друга. Все. В общем, я дома. Сейчас будем ужинать, я так понимаю. Нет, я еще не хочу, чисто салатик. И все, просто салатик. Назару сегодня Сережин брат подарил вот такую фиготень. Что это, как она называется? Да, то, что ты сказала, так она. Нет, ну как, я не помню просто. VR-коробка. А. Что-то... Короче, Сережа, он дал, если кто-то коротко... дел, что ты там посмотрел, его стошнило. Если коротко, VR для бедных. Вот. А, да, да. Потому что это просто коробка. Ага. Ну давай я посмотрю. Мне кажется, такая штука была у всех, и да, все да. Расстроились, когда узнали, что оно это. Такое себе, да? А так, если вообще не пробовал, то в принципе. Интересно. Может, да, может быть, первое ощущение. Я, по-моему, когда-то пробовала, но такое, не знаю, от чего папу укачало. В любови. Да не, в любови там вообще круто. Меня я аж верещала, фух, ты что, там и кресло шевелилось. И... Жаль, что ты у Сердюка не пробовал. Ты да? Просто у тебя взрыв поздно был бы. Анна, держи. Тебе говорю. Что держи? Там еще ничего нету. А, еще ничего нет. Я просто телефон вставил. Я же не знаю, я думала уже все, можно смотреть.
А что мы сегодня будем смотреть? Не знаю, ну такое, чтобы меня впечатлило. Так это... Что, так в Любави я когда была, не, то было 3, ой, 7D или что это было, или 3D, или 7D, или 5D, ну ты какая-то. VR был. А, да, ну там и кресло шевелилось, и короче я на... А, 4D. Убери Симу. Сима! Не лезь. Вот, и этот. Так я верещала, просила остановить. Да, потом папа сел везде. Ой. Папу укачала. У папы вестибулярка слабая. Песня была. Ой, а я не понял, что происходит. Мне так было страшно. Это просто жуть какая-то. Не знаю, вроде бы можно же себя настроить, что это типа, ну, ничего ж. Но оно все равно, ты проваливаешься в это. Да. Сейчас Назарка мне настроит. И что, я ж с парашюта буду прыгать сейчас? Нет. Не? А на горочках кататься. На горочках кататься? О, боги. Ну, давай. Ты очень любишь у нас на горочках кататься. Да фух ты. Там фуражка стоит. Ты ужинать собрался? Да, ты пришла такая. Ну, отключайся. Давай. Так, сейчас. Мамки. Подводов не должен быть. Нет. Хочу. Ладно, сейчас настроит. Посмотрим, что это за оно такое. Что я сделала? Боже, как это реально. Привет. Ты дядька мне там привет говорит. Прикинь. Дядька уже... Слушай, аж на голову как-то... Ой, давит, меня аж подшатывает. Типа я билетик беру? Да. Типа да. У меня там хвост мешает. Я понял. Фу, я прямо это, как будто иду по этой улице. Потемнело. Ага, я зашла в аквапарк. Ты же можешь вилять туда-сюда, смотреть. Ой, по сторонам посмотреть. О, капец, серьезно? Вниз, вверх там. Какая-то рука там. Ну, твоя. Руку потеряла. На самом деле уже это не нравится, если честно. Так еще даже ничего не едет, я так понял тебя. Ты там в вагонетку вот садишься. Вот сейчас буду ехать. Ой, за мной там люди. Едем. Все. Поехали. Фу, можно я назад буду смотреть? Как хочешь. Жути. Фу. Можешь за столик держаться там, если тебе вдруг плохо. И птичка. Сейчас нажрёт на меня, она прям села сверху. Птички там какие-то, видите? Почему? Надо вызывать уже скорую. О, боже. Прям реально вниз можно смотреть. Правда? Ой, эти люди далеко от меня. Да. Кстати, это еще без звука. Не, ну не так страшно. Да потому что тебя не шатает, конечно. Ну да. Плюс еще звука нету, потому что, ну, да, там наушники. Вот, где мы в кресле были, там была жуть. Ой, я знаю, что надо. Надо, чтобы ты AirPods подключила, чтобы без шнуров, чтобы ничего не мантылялось. А, и чтобы звук? Да, 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 и тогда вообще будет... Боже, этот... жуть. Просто я брал наушники, ну, такое себе. Ну, вот эти мои большие. Угу. Я тебя отвлекаю, наверное. Да, мне надо как-то так... Понимаешь, я вижу вот это вот, что на мне, оно мешает. Вот там вот, где мы были, оно как бы это, ну, не мешает. Оно там вообще ничего на себе не чувствует. Ну, так потому что там прям шлем, а это так, телефон засунул. О-о-о! Я улетаю. Не, реакция на 4D у тебя была прям... Так ты что, я там верещала, мне аж дурно было. Ой, как вспомню. Угу. Кошмар. А мне было классно, это прям очень круто. Ну да. Надеюсь, доживем до того момента, когда у нас свой VR появится. Да ты шо? Шо? Страшно? Угу. Я в него точно не сяду. Сядешь. Тунельчик. Ну прикольно.
Ух! Наверное, очень крутой оператор. Ну да, это надо чувствовать, я не расскажу это все. Это очень... Ну такое, голова чуть кружится. Ну, все равно где-то проваливаешься на какие-то мгновения. Просто, что не шатает тебя и нету того ощущения. Во-первых, нету звука. Во-вторых... У меня еще вот так вот... Движений, шатало. Да, нету. О, в-третьих, уже в-третьих, у тебя он неправильно одет, твоя коса это мешает. У тебя вес неправильно распределяется, и ты держишь, и оно, ну, ощущение все портится. Да? Да. А, все. Все. Закончилось. Что, как тебе? Ну, очень так... Знаете. Лояльненько. Это такая лайт-версия, да? Да, да, потому что, ну, то, что там было, это был ужас, конечно. Плюс, ощущение портится, потому что у меня экран треснутый. Да, кстати, и там отвлекаешься на эти трещины, плюс разводы иногда, в общем. Ну, я поняла, да. В общем, да. Не на профессиональном уровне. Интересная штучка. Ну, ничего. Так побаловаться. Так, да, да, да. Надо еще какие-то ужастики, может быть, есть такое что-то? Навалом. О, ну сейчас мы продолжим. Ладно, может... я завтра просто выходная, поэтому сегодня могу расслабиться, можем, поздненько лечь спать. Взять свой телефон, засунуть его сюда, включить себе... Нет, скачать фильм, и можно любой фильм разделить на два экрана, и он будет как VR уже. Да? И ты будешь как внутри фильма. Оно два, включишь себе. О, господи. Ладно, на этом все. Всем говорю пока. Слава Украине, героям слава. Еще раз. У нас сегодня у всех был такой эмоциональный подрыв по поводу Евровидения. Просто ой, капец. Да, да, так что, боже, от меня вот эта штука не проходит. Ладно. Украину вітаю. Цією перемогою, вітаю з цією підтримкою, яку ми відчули, кожен українець відчув, відчули іменно цю підтримку. То, що отримали, то зрозуміло, але ще й відчуття таке дуже, дуже дорогого стоїть. Ладно, все. На этом всем пока. Слава Украине, героям слава. Все будет доброе.